Всем привет! Меня зовут Олег, рад вас видеть на своем канале. Сегодня вы попали в очередную рубрику «Обозрим». И напомню, что в этой рубрике мы делаем обзоры на разные музыкальные издания. В основном это виниловые пластинки. И сегодня у нас на очереди виниловое издание от российской рок-группы Lumen, альбом «Без консервантов». «Без консервантов» является дебютным студийным альбомом группы Lumen, вышедшей в 2003 году. Над этим альбомом группа работала целых 5 лет, но, естественно, после своего образования в 1998 году. Главной визитной карточкой этого альбома является трек «Сид и Нэнси». И мы с тобой станем вместе, как Сид и Нэнси. Именно этот трек попадает в эфир нашего радио и становится хитом. И эта песня продержалась больше 2 месяцев в чарте радиостанций. В этот альбом также вошла песня «Харакири», которая является кавером на группу «Гражданская оборона». Он сделал харакири у вас на крыльце, и он истек надеждой и всем, чем мог, а все вы остались. Теперь давайте посмотрим на виниловое издание этого альбома. Пластинка была произведена в 2020 году. К сожалению, страну производства этой пластинки я не смог найти в интернете. И если у вас есть информация, пожалуйста, поделитесь ею в комментариях. Пластинка является лимитированной, всего 200 экземпляров. Упаковка имеет стандартную форму, это конверт для виниловых пластинок. Покрытие матовое, качество упаковки хорошее. На лицевой стороне присутствует обложка альбома. Качество более-менее нормальное. Конечно, если приглядеться, наблюдаются пиксели. На обратной стороне представлен только трек-лист и номер копий. Внутри находится тоже все минимально. Это конверт с виниловой пластинкой. Кстати, с антистатическим пакетом, что очень редко. И сертификат подлинности, который подтверждает, что экземпляр с номером 63 является оригинальной копией альбома «Без консервантов» из лимитированной серии, выпущенной в количестве 200 экземпляров. Также на этом сертификате присутствуют автографы музыкантов группы. Теперь посмотрим на пластинку. Она имеет зеленый цвет с черными вкраплениями. Качество хорошее. По мне, вообще в цветных пластинках тяжело разглядеть какие-то либо помарки, царапины и тому подобное. Вид яблок первой и второй стороны. Что касается звука на этой пластинке, то звук мне понравился. Бас записан достаточно качественно, хорошо слышен вокал. По мне, не хватило немножечко верхних частот. Прям вот гитарки не сильно выделяются на фоне всех остальных инструментов. Но это чисто на мой некомпетентный слух. Что могу сказать по изданию в целом? Оно мне не очень понравилось с точки зрения, что я любитель муклатуры. И я люблю, чтобы внутри винилового издания было много всяких буклетиков. Но все равно круто, что этот альбом издали на виниловом носителе. Вот такой вот вышел коротенький обзор. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях ваши впечатления от этого издания. А на сегодня все. Всем спасибо и до новых встреч. Пока!